Здравствуйте! Сегодня рассмотрим игру «Жизнь». В ней предстоит получить образование, создать свою карьеру, отгулять свадьбу, завести детей и многое другое, что встречается в настоящей жизни. Чтобы победить, в игре нужно заработать как можно больше денег и дойти до старости. Раскладываем игровое поле, назначаем банкира, получаем от банкира 200 лимонов, ставим фишки на старт и начинаем. Первым ходит самый младший игрок. В самом начале игроку дается выбор – начать карьеру или выбрать более длинный путь и окончить университет. В дальнейшем это будет влиять на сумму вознаграждения игрока. Обучение будет стоить 100 лимонов. Почти все клетки вашего витиеватого жизненного пути привязаны к карточкам. В основном вам будут попадаться желтые, которые нужно оставлять до конца игры для подсчета баллов. На клетке вознаграждения возьмите карточку карьеры с образованием или без него. Попав на клетку с изображением дома, берите карточку со стопки «Недвижимость» и крутите рулетку. Недвижимость можно купить, продать или оставить без внимания. Клетка «Стоп» обязует вас остановиться и сделать выбор, после чего еще раз покрутить юлу. После окончания университета возьмите две карточки карьеры с образованием, выберите ту, которая вам больше нравится, а вторую положите обратно. На остановке «Свадьба» покрутите юлу и возьмите с каждого игрока деньги. Если выпал красный цвет – 50 лимонов. Синий – 100. На остановке «Вечерняя школа» заплатите в банк 100 лимонов и возьмите две карточки карьеры без образования. Оставьте себе одну. На остановке «Дети» крутите юлу, чтобы понять, сколько у вас будет детей. Если не хватает средств, возьмите кредит. Банкир выдаст вам купюры и сертификат. За каждые 50 лимонов придется вернуть 60. Попадая на клетку «Траектория успеха», все игроки ложат свои жетоны на номер, а игрок, которому переходит ход, может положить дополнительный, белый жетон. Крутите юлу, пока не выпадет номер, на котором лежит один из жетонов. Везунчик получит 200 лимонов. При выходе на отдых получите от банка от 400 до 1 сотни миллионов. Больше всех получит игрок, который добрался первым. В конце игры подсчитывается все нажитое непосильным трудом. Тот, кто заработал за жизнь больше всех, побеждает. Желаю вам хорошо провести время и до встречи!